Школьный референдум проходит впервые. Подготовка к нему началась задолго до наступления нового учебного года. Были определены наиболее актуальные вопросы, которые волнуют каждого. Впервые в Одинцовском районе проходит школьный референдум. Что такое школьный референдум? Это свободное волеизъявление. Действительно, нам кажется очень важным со школьной скамьи формировать грамотного избирателя. У ребят уже сейчас должна сформироваться некая политическая культура, которая позволит им во взрослой жизни принимать правильные, ответственные, самостоятельные решения, не равнодушно относиться к судьбе сначала вот своей такой малой родины, затем к судьбе родины в целом. И те вопросы, которые каждая школа вынесла на референдум, они действительно отражают заинтересованность ребят в том, что происходит сегодня с ними в их школьной жизни. Так, в Одинцовской лингвистической гимназии старшеклассники провели с малышами разъяснительные беседы, рассказали, как будет проходить референдум и почему это так важно для школы. Это очень полезно для будущей взрослой жизни, потому что первое – это учит ребят проявлять свою позицию. То есть они пока, ну, их мнение, они будут понимать, что их мнение играет что-то в жизни. Потому что, ну, школа как страна сейчас для них. И это очень важно. Второе, ну, они будут понимать, что такое референдум в будущем. Они будут понимать, что их гражданская позиция важна для страны. И в-третьих, это учит, ну, нас, как организаторов, организовывать такое ответственное мероприятие. Это очень интересно, такой многоэтапный процесс. И мне кажется, это очень полезно и для взрослых, потому что они тоже будут приводить своих детей и рассказывать. И впоследствии дети уже будут сами знать, и их позиция будет более осознанной. Это очень нужно, потому что это решается вопрос шестидневки, пятидневки и плюс еще как ходить красиво или некрасиво в школе. Я считаю, что это нужно детям отдать голоса свои, потому что это дисциплина. И мы показываем пример, как старшее поколение, взрослые люди. По окончанию первого часа голосования стало ясно, что явка будет практически стопроцентная. Кстати, кто не смог 10 сентября отдать свой голос, сделали это заранее. Досрочное голосование также прошло по всем правилам. На сегодня очень приятно, что и старшеклассники активно участвуют, и родители помогают нам вот в этом деле, да, в формировании активной позиции наших обучающихся будущих граждан Российской Федерации. Это важно не только для нас, но и для будущего поколения, ведь они же создают наше государство, они наше будущее. Как же мы будем жить без будущего? Это действительно так. Вопросы важные, они касающиеся школы. Голосуют сами ученики, что немаловажно, так как они живут в школе, они работают, они проводят большее время в школе, чем даже дома. Поэтому как бы родители только помогают. И это действительно для нас очень важно. В 7-й гимназии предвыборная кампания тоже стартовала заблаговременно. Ученики вместе с преподавателями создали группу ВКонтакте, где активно обсуждались вопросы референдума и велась большая агитационная работа. Наши ребята вместе со своим преподавателем Владимиром Владимировичем Кафгановым открыли в интернете специальную группу в социальных сетях. Она называется «Молодежь. Референдум. Мир». В этой группе ребята все были присоединены, все наши ребята нашей гимназии, и они обсуждали вопросы, какие выдвигать вопросы, какие вопросы в конце концов оставить. И уже провели мы незадолго до сегодняшнего дня предварительное голосование в интернете. Поэтому каждый мог высказаться при этом, каждый, в общем-то, в инициативную группу отправил свои пожелания или предложения. Но это было пробное голосование. Результаты голосования в интернете не учитываются. Сегодня уже настоящее голосование, и мы уже к нему готовы. Кстати, в выборную комиссию вошли старшеклассники. Они изучают право и обществознание, разбираются в законодательстве, поэтому с правовой точки зрения все прошло без нарушений. Это было очень интересно и познавательно. Я бы, конечно, обязательно хотела бы поучаствовать и в настоящих выборах, и быть в председательной комиссии. В 9-й школе ученики приняли участие не только в референдуме, но и в благотворительной ярмарке, которая была организована здесь же. Все вырученные средства будут направлены в Фонд развития школьного самоуправления. Так решили дети. В 10 часов открыли стены нашей школы, и в 11 у нас уже 23% явки обучающихся. Очень активные наши первые, вторые, третьи, четвертые классы. И вот уже сейчас, где-то к половине 12 времени, приходят наши старшеклассники. Очень активно, вы видите, как у нас
весело, все рады видеть наших ребят. И я очень рада, что ребята вот выражают свою гражданскую позицию. Голосовали в этот день все ученики школы с 1 по 11 класс. Ребята ответственно подошли к этому событию, ведь вопросы референдума касаются каждого из них. Школьный референдум показал, что дети активнее взрослых выражают свою гражданскую позицию и готовы вместе принимать ответственные решения, от которых зависит судьба каждого. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».